Друзья, привет! Мы сегодня приехали в ущелье Гюйнюк. Несколько человек за моей спиной. Это те, кто приехали позже нас, а мы по традиции прибыли в ущелье на любую достопримечательность первыми. Потрясающее место. Честно говоря, за время получасовой прогулки по ледяной воде я немножко замерз и тяжело говорить, но то, что мы здесь увидели, это действительно великолепно. Потрясающе, как вода и время сделали вот такой живописный проход между скалами. Высота метров 50, наверное, что ли. Ну, сложно оценить, но может быть даже и больше. И протяженность каньона примерно 1,5 километра. Значительную часть его приходится преодолевать вплавь, а часть, ну, практически вся, весь каньон приходится идти по воде, либо плыть, либо проходить. Лишь небольшие участки есть, на которых можно выбраться на сушу, погреться. Что могу сказать? Если окажетесь здесь, обязательно берите так называемый боди-рафтинг, то есть прогулка не на лодочке, а пешком, тогда вы сможете пройти весь каньон. Это раз. Приезжайте пораньше, если хотите надеть сухие гидрокостюмы, а не после кого-то. Это два. Но если вы не очень любите холодную воду и хотели бы, чтобы прогулка была более комфортной, наверное, все-таки можно было бы приезжать после обеда, когда здесь в каньоне появляется солнце. Сейчас в 9 утра солнце уже взошло, но здесь в каньоне его нет, поэтому достаточно прохладно. Температура воды градусов 16. Немножко приходится дрожать, но вот это все, что мы увидели, это, конечно, очень красиво и стоит того, чтобы немножечко понюхать.